Привет, бомбину, но я пока считаю опять. Ох, вечно ты читаешь, все ты занят, ты занят. А у меня есть для тебя сюрприз. Какой? Крутой. Крутой сюрприз. Прячь сумку, я тебе покажу. Прячь книжку, я тебе покажу. Я знаю, где. Он называется осьминог зеленый. Как ты знаешь? Держи. Распускай. Давай, открывай. Ой-ой-ой, так не растеряй все эти части наши. Не боишься ракушки. Мои ракушки, мои ракушки. Видишь, сейчас венок пока сломались. Давай его сложим, как его надо слаживать? Я знаю, светочки нужно, чтобы куда-то слаживать. А круглые не нужно. И еще одна светочка, еще одна круглая, еще одна светочка, еще одна круглая, еще одна светочка, еще одна круглая. Все есть одна. Ну давай. Ее что, дуть надо? Я, ну давай, не балуйся, давай будем играть. Да, будем играть. Мне интересно, как это играть? Ты правильно посмотрел? Ты туда засовываешь звездочку? Угу, давай. Еще одна звездочка нужна. Давай. Башка отлетела. Ох, как эти же лапы у осьминога тяжело засовываются, да? А ты смотришь, это звездочка или кружочек? Я смотрю, что это звездочка. Это почему-то не подходит. Не подходит? Это пока. А дай я посмотрю. У меня кружочек вот это. Спасибо, что нашел. Только помоги мне. Давай, я тебе помогу. А тут так сил надо много, а ты пока подними, там упала у тебя. Ага, давай, еще один. Я засунула. Дальше. Кругли. Опять кругли. Вот, на. На звездочке. Звездочка опять тяжелее. Ой, эти звездочки, а. Ну, отделай ты. Давай. Вот так. Осталась звездочка. О, посмотри. Еще одна. Это не звездочка, это круглая. Теперь надо голову одеть. Голову какая осьминога, посмотри. Теперь он стал похож на осьминога. Теперь давай слаживать этих крабиков. Подожди, мы же еще не сложили. Я так не могу слаживать, надо нажать стоп. Ян, надо нажать стоп. Давай послаживаем их быстрее, послаживаем и начнем играть. А, почему упала ракушка? И у меня упала. Упала. А ну крути.
Я сама стелила. На, вот еще. Мини-бомбини. Что? Покажи, как играть надо. Я уже тебя показала, но батарейка пока не заработала. Давай, включай. Надо... Ох, ты дотронулся крабику, и он перестал двигаться. Видишь? Нельзя трогать ножки. Давай еще раз включай. И больше не проигрывай. Доставай так, чтобы ножки не прикасались к тебе. Да. Есть один крабик. Давай еще. Можно я одного попробую? Нет! Ну давай тогда ты пробуй. Видишь, как долго? Ну доставай крабика. Почему такая долго? Оп, потому что ты правильно достаешь. Ты не трогаешь ножки, и он теперь... О, споймал он тебя. Он тебя споймал. Слышишь, как он смеется? Споймал тебя. Оп, успел. Вот там вверху самое сложное, да? Успели. Успел, давай еще. Успел, а ну еще. Не выталкивай, пинцетом вот так бери. Видишь? Ух, крабик полетел. Так ты... Нет, нельзя толкать, надо вот так крабиком взять, зацепить его и вытянуть. Вытягивай, зацепляй. Словил он тебя! Он уже хочет со мной поиграть. Что, опять словил тебя? Да. Вверху самое тяжело доставать, да? Да. Ай, 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 ай! Опять словил! Нельзя, чтобы он меня словил. А он взял и словил. Последний крабик у нас остался. Как же... Нет, два крабика. Как же их достать? Опять словились. А ну давай последнего крабика. Нет, два! Ну давай два. Словил, правда, пап. Оп, достал. Последний. Ох, словился ты опять. А ну давай включай еще раз попробуй. Ах, ты по-хитрому сделал, да? Вниз поставил? Да. Ну вот так нечестно. Все, мы всех крабиков достали. Пока мини-бомбини, до новой встречи. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.